я потрачу 1000 монеточек. Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс, и сегодня я покажу вам гаджет на Вольта. Да-да, на этот сам Вольта нового бравлера. Поэтому смело ставьте лайки, и мы начинаем. Ребятушки, сегодня я захожу в магазин, и тут есть гаджет. Вот он, скачок напряжения называется. И посмотрим, что он делает. Так, в результате короткого замыкания Вольт телепортируется на небольшое расстояние вперед. Зарядов на матч 3. 1000 монеточек. Мне, к сожалению, их тратить не хочется, прям жалко, но у меня есть, смотрите, что у меня есть в наградах, мега ящик. И вот, ребятушки, я рассчитываю на то, что мне здесь выпадет этот гаджет. Ну что ж, раз, два, три, погнали. Так, давайте для начала 6 предметов я хочу. Ребятушки, ставьте лайк, и 6 предметов будет точно. Так, раз, два, три, все нажали, погнали. Так, что тут у нас? Блин, 5. Ну как так? Видать, кто-то не нажал лайк. Так, ну, а гаджета вообще тут будет или нет? 1000 монет прям не хочется тратить. Смотри, один предмет остался, и гаджета нет. О, ноу, как это так? Почему? Я расстроился. Ну что же, ребятушки, как обещал в начале видео, будем тестить гаджет. И, конечно же, я потрачу 1000 монеточек. Вот так вот. Кстати, а гаджет мне выпал потому, что я прокачал Вольта до 7 левела. Так, ну это мы уже все знаем, да-да-да. Так, ну и чего, пойдем теперь сюда. Что, на него нужно нажимать? Нет, выбрано. И теперь, конечно же, идем в бой. Так, куда бы пойти? Захват кристаллов, наверное, туда. Мне чем-то кажется, что этот у него гаджет похож на чем-то на Шелли, на гаджет у Шелли, где она просто двигается вперед, ну а тут будет типа телепортация. В принципе, смысл тот же, но только немножко по-другому. Так, ну чё, телепортнуться? Ох ты! Вот так вот, стой. А направление? Я думал вообще вперед телепортнуться. Надо, наверное, жать вот так вот, да? Смотрите. Опача! И я тут, и я рядышком. Ну, честно говоря, не знаю, ребятушки. 1000 монет, мне кажется, это слишком много за вот это. Ай-яй-яй-яй-яй. Это так же, как у меня было, когда я купил за 1000 монет гаджет на розу. И он меня тоже не впечатлил. Кто не видел это видео, обязательно зайдите на канал, посмотрите. Честно говоря, гаджет не особо хороший. Так, так, так. Ну что, придется просто дальше, значит, играть. О, ноу! Ой-ой-ой-ой-ой! Да что ж такое, ниточка? Откуда там взялась-то? Мы пок-то разобрали, а Нита нам, понимаешь, спутала все карты. Так, ну мы будем смеяться и веселиться. Ой-ой-ой, чё замедлился-то, а? Вольтик. Ой, хорошо, пок, ты молодец, ты красавчик просто. Чё-то нас замедляют, или в чём дело, я не пойму. В чем причина? Причина капучино. Грязный мужчина, что это такое? Ну, Вольт сам по себе, конечно, медленный. Ну, как бы вот так вот, все, увидели гаджет. Поняли, что он полная фигня. Ой, выходим отсюда. Давай попробуем гаджет, это знаешь где? Все-таки в столкновении. Эй, не знаю, в одиночном. Что тут будет у нас, поглядим сейчас. Блин, 1000 монет, ребятушки, пишите в комментариях, правильно я вообще сделал или я тупанул. Вот честно пишите, не надо мне там льстить и все такое. Просто пишите, как оно есть, что вы думаете. Можете поставить, кстати, дизлайк этому видео, если оно вам прям не нравится. О, что я жду? Что я жду? Надо ж фигарить. А я что-то жду, думаю, ульту сейчас использую, а тут же ульта. Смотри, телепортну сейчас, чтобы просто от них смотаться. Вау! Да как так-то, а? Самоубийство какое-то получилось. Вендетта, я убил ее, а она меня. Ха-ха-ха, нехорошо получилось, ладно. Но Вольт все равно улыбается, потому что Вольт красавчик. Так, выходим отсюда. Так, и опять же, наверное, идем все-таки сюда, потому что мы как-то в полной мере не насладились этой игрой. Этой картой, я бы даже сказал. Так, а ну иди сюда. Иди сюда, пацанчик. Пацанчик. Да ты такой пацан, слушай. Ты такой молодец. Так, а у меня, опа, один кристальчик.
Опа, Степа. И сейчас будет второй. И третий, наверное. Я что, прям в серединке? Свинка в серединке, понимаешь? О, ноу! Отвалите. Надо прятаться. Надо делать прятушки. Прятушки. Ай! Было больно? Русланчик. Русланчик-кабанчик, смотри, просто подрядил меня тут, а. Чё, выходим. Надо выходить. Далее, хорошо. Хорошо, да не очень вообще-то, честно говоря. Ладно, выходим отсюда. И даже не знаю, что, ребятушки, и делать, а. Гаджет оказался, честно говоря. А можно здесь продать гаджет? Наверное, нет, да? Было бы неплохо, потому что... Чё-то мне он не нравится. Так, гаджет. Нельзя. Звездная сила. Ребятушки, напишите в комментариях. А, 9-й уровень силы. И тогда будет звездная. Все, теперь я понял. Ну все, тогда не пишите мне об этом ничего в комментариях. Я уже и так все понял сам. Ладно, давай еще где-нибудь побьемся. Куда пойти? Награда за поимку. Давай тут испытаем силы. Хочется поиграть. Люблю играть в Brawl Stars. Прям полюбил. Последний, наверное... месяца 3-4. Раньше как-то не особо я про него снимал, а последнее время прям что-то, ух, понесло меня. Если любишь Бравл Старс, ставь, конечно же, лайк, поддержи меня, поддержи блогера, ютубера. Так, ютубер-бубер. Ай, как так? Вот я даже, понимаешь, тут смысла в этой телепортации как-то особо и не вижу. Я не знаю, это только в таких прям экстренных каких-то случаях надо ее использовать. А в экстренных случаях ты, как правило, начинаешь тупить. И фиг поймешь вообще. Причем тут нужно еще нажимать пальцем, куда ты хочешь убежать. Нужное направление. А это прям совсем нелегко в экстренных ситуациях, да? Когда тебя прям со всех сторон колбасят, там все такое. Это нелегко. Так, кто там у нас? Нани. Нанечка. Ох ты, там еще и это, как ее зовут-то, забыл. Пенни. Пеннивайз. Вот только что телепортироваться туда, куда-то вперед. А смысл в этом? Я же там даже ничего не вижу, кто там. Ну, телепортнулся я. Что дальше? О! Блин. Да телепортировался на свою голову, понимаешь, да? Так, ну мы тут как бы все равно тащим. И телепортируется, но, честно говоря, так себе, да? Недалеко совсем. Я бы сказал, даже близко. Ой, ох ты, вас там много. Вас тут слишком много, а я один. Это просто трындец какой-то, ребятушки. Будем злиться. Будем злой смайлик делать. Отвалите. Все. Мы теперь тут прям стали быстрее немножечко. Я даже не могу, понимаешь, свою ульту тут прям проделать хорошо. Потому что... А, никто мне не дает это сделать. Пенни, Пенни, тут Пенни. Ноу. Ну, мы победили. И это, в принципе, хорошо. Фух, я уже думал, что я буду звездным игроком. Прям, это было бы вообще удивительно, потому что я, в принципе, как бы особо ничего-то и не делал. Я все старался сделать какую-то телепортацию. И все такое. Так, а мы тут можем... А, нет, я думал, я уже дошел до денежек. До денежек не дошел. Хорошо. Куда я пошел? Так, броубол, бой с боссом. А давай в бой с боссом пойдем. Тут, по-моему, у меня там какой-то уровень такой хороший. В смысле, сложный. Эксперт. Вот посмотрим, что мы тут вольтиком наэкспертничаем. До этого я пробовал Беа проходить его. Ну, честно говоря, не прошли. Там оставалось, по-моему, 19%, короче, у босса. И он нас всех вышиб, просто всех вышиб, и все. Было просто реально обидно. Мы его так долго колбасили. Так, а ну-ка, ча. О, телепортация, все, я убежал. Я живой. Так. У босса просто здоровье, просто дофигища. А у меня мало. Очень мало. Еще и перезарядка слабая, я вообще не знаю, вольт этот... Стоит на него тратить деньги. Хотя, ну, с другой стороны, когда ты накопил ульту, да, ультушечку, тогда прям все у тебя шикарно. Тогда все хорошо, особенно если тебя не убивают. Всякие вот эти вот жуки.
Тогда ты прям дамажишь как боженька. Вот, 1456, пошла жара. Ой-ой-ой-ой-ой, мне бы еще разульку сделать, да? Ульту-ультушечку, братушечку. Так, иди сюда. Куда ты убежал? Он как специально не хочет, чтобы я ульту сделал. Наконец-таки. Все, лазерный меч в деле. Поскольку мы там фигачим-то уже. 1456, все так же остается, но просто теперь... Снарядики-то разлетаются по сторонам. Ай, хорошо. Чё, за мной надо гнаться, да? Больше не за кем. Вот, все, убежал от нас. Слушай, может мы хотя бы сделаем это испытание, пройдем здесь? Где босс? Босс. Вот он, босяра. А, отвали! Ё-моё. Все, хана мне, кранты просто-напросто. Хотя нет, живой. Спасибо, что живой. Фух! Отлично. Оба товарища пали. Ё-моё. Вольт, беги. Беги, Вольтяра. Ёханый бабай. Что же делать? Так, вот. Саша Кокосик тут уже. Он прям за мной охотится. Посмотри. Офигеть. Оба товарища опять пали. Да что ж вы все падаете? О, щит. Ух ты. Один живой все-таки. Мустафа. Мустафа, беги оттуда, чувак. Держись, братуха. Мы с тобой, мы в тебя верим. Блин, его сейчас босс догонит и пристрелил. Ёлки-палки, обидно, печально. Поражение. Удачи в следующий раз. Ну, конечно же, в следующий раз, так в следующий раз. Выходим. В общем, ребятушки, на этом будем прощаться. Спасибо, что посмотрели, зашли на канал. Не забывайте подписка, лайк и колокольчик. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого гаджета. Вот. А с вами был Вовкин. Пока-пока. Скоро увидимся.